Катализатор проекта. Генеральный партнер – строительная компания «Арсей». Строим сейчас для будущего наших детей. Здравствуйте! Время игры «Мегамозг». Победитель получит звание самого эрудированного школьника города. Сегодня четвертая игра четвертьфинала среди победителей отборочного турнира. Играют Софья Николаева и Дарья Молчанова. Меня позвали в школе поучаствовать в отборочном туре «Мегамозг», и я сюда попала. Какие цветы собирала падчерица в сказке «12 месяцев»? Колокольчики. Подруга кота Базилио. Лиса. Альма, ее помнишь? Нет. Какое животное считается самым быстрым в мире, бегая со скоростью до 120 км в час? Кенгуру. Кенгуру не бегает, оно прыгает. Лев. Что следует ковать, пока оно горячо? Железо, ну металл. Кто основал город Санкт-Петербург? Петр Первый. Три правильных ответа. В отборочной игре я ответила на два вопроса из пяти. В этой игре я постараюсь ответить на все вопросы. Кто автор сказки «Тараканище»? Не знаю. Кот из деревни Простоквашино. Матроски. С какой скоростью бегает полярный медведь? 15 км в час или 40 км в час? 15 км. Какую прическу называют девичьей красой? Косички. У нас Дед Мороз, а в Европе? Санта-Клаус. Три правильных ответа. Обе участницы выходят в полуфинал. Через день смотрите полуфинал и болейте за понравившихся игроков. Победит сильнейший. И помните, умную голову почитают с молоду. Подарки победителям игры «Мегамозг» среди пятиклассников Уссурийского округа предоставил генеральный спонсор компания «Арсей». А также участники финала получат сладкие призы от компании «Нива Хлеб». Катализатор проекта. Генеральный партнер – строительная компания «Арсей». Строим сейчас для будущего наших детей.